Приветствую, любительницы и любители квадратного и практичного. С вами вновь Эфемер Абстрактный. И сегодня я вам расскажу про сундуки в креативерсе. О том, где они находятся и как их можно фармить. Да-да, вы не ослышались, сундуки можно фармить. Итак, я расскажу вначале о правилах появления сундуков, потому что они не очень-то и очевидны. Сундуки появляются, первое правило, только рядом с игроком, то есть вам достаточно их визуально увидеть, а это не всегда так просто, потому что сундуки могут появляться и на кронах деревьев, и где-то под землей. Второе правило, сундуки появляются только ночью. Ночь у нас примерно начинается с 10 часов, ну, можете выждать до 12, чтобы уж точно они начали появляться, и заканчивается ночь с восходом солнца, соответственно, то есть это где-то примерно 5 часов, и там музычка играет, и сундуки начинают теряться. Но даже если сундуки начинают теряться, у игрока есть некоторое время, ну там час, может быть, от силы игрового времени, чтобы найти сундук, который резнулся рядом с ним. То есть мы идем ночью, рядом с нами резаются сундуки, и нам их надо достаточно увидеть и открыть. И тогда они никуда не исчезнут. В сундуках у нас лежит различные ресурсы полезные, которые на ранних уровнях довольно сложно найти, такие как уголь там и прочее, дерево. Ну, в общем-то, очень много всего может лежать. Вот, то есть какой-то процент выпадения есть. Но самое ценное, я считаю, это рецепты. Рецепты не простые, а те, которые только выпадают с сундуков. То есть вы никак по-другому их не найдете. Например, вот это крыши Adobe Roof разных цветов. Вот такой Adobe Floor тоже выпадает с сундуков. Вот у меня только желтый, а их еще должно быть как минимум красный и синий. И может быть что-то еще, что я сейчас не вспомню. По-моему, Hardened Lava Wall тоже выпадает с сундука. Вот, то есть не все эти версии рецепты открываются по смыслу, то есть как только вы открываете какую-то новую руду для себя, открывается рецепт, или делаете какой-то определенный рецепт и открывается, например, делаете деревянную стену, открывается стена каменная. Не всегда так происходит, не все рецепты по этой логике работают, некоторые только в сундуках. Итак, сундуков у нас 5 видов. И делятся они, собственно, по смыслу, то есть чем выше сундук, тем он проще, чем ниже сундук лежит, тем он сложнее, и рецепты, выпадение рецептов, больше шанс и интереснее внутри ресурсы могут лежать. Итак, самый простой у нас, светится желтым, Wood Chest Treasure, то есть деревянный сундук с сокровищами. Он находится, может находиться буквально на поверхности. То есть бежите ночью по поверхности, по какой-нибудь там, желательно не по лесу, потому что, как я говорил, на кронах они появляются, и вы туда ночью будете лазить, и скорее всего ничем хорошим это не закончится. Ну, может, вы, конечно, и допрыгнете до туда. Ну, да дело ваше. Проще, как мне кажется, искать на равнинах. Хуже резаются сундуки в тайге, потому что там довольно светло. Но теоретически они там тоже могут резнуться. То есть обращайте внимание, что именно нужна темнота и смена дня и ночи. Второй по смыслу сундук, и более низко он лежит, это каменный сундук, то есть стон, и светится он зеленым. Он лежит примерно, соответственно, когда вы в пещеру спускаетесь, где-то на уровне камня. Следующий идет обсидиановый сундук, и он светится голубым светом. Он, соответственно, лежит на уровне обсидиана. Ну, как правило, он, конечно, ниже, чем камень лежит, но можно и на этом уровне встретить. Следующий сундук идет Иран, то есть железный сундук. Он светится красным и, соответственно, лежит уже на уровне сталактит и, может быть, даже лавы. Так, четвертый сундук. Нет, пятый, вру. И последний — это алмазный сундук, и светится он фиолетовый. Он уже лежит на самых глубоких слоях, то есть corrupted слой, где все фиолетовое и самые сильные монстры. Соответственно, там и лежит самые ценные вещи. Лежат самые ценные вещи.
Так, про фарм. Про фарм я вам могу, в принципе, рассказать, но я хочу дождаться ночи и показать вам. Но суть-то сводится к тому, что мы строим пещерку, обыскиваем ее полностью, достаем оттуда ресурсы все полезные, бесполезные, на ваш взгляд. В общем, все полезное достаем, выключаем все факелы, то есть выкручиваем абсолютно все-все-все. Ну, достаточно оставить, единственное, если у вас вот яркость монитора не позволяет, и вы вообще ничего не видите в темноте, то можно исхитриться и делать как я. Сейчас я пропущу до ночи и покажу, в чем смысл. Итак, на креатив версии спускается ночь, выходит мафия, то есть выходят сундуки. Идем искать сундуки. Конечно, на базе их смысла искать нету, здесь все исхожено, все в факелах и довольно светло относительно. Поэтому мы идем в специально заготовленную для этого пещеру. Кстати, вот вижу все-таки сундук. Вот он, собственно, резнулся возле меня. То есть я не знаю точно, в каком резается диаметре от игрока. Но я думаю, что если вы визуально не видите сундук, то и резнуться он не может. Вот, собственно, так выглядит деревянный сундук. Вот у нас что лежит в нем. То есть, в общем-то, на ранних уровнях и уголь полезен, и вот это вот melted wax полезно, и цветочки желтые. Сколько вы будете полезно лазить по деревьям или проще открыть сундук? Ну, у меня даже ничего не входит, все это уже инвентарь так забит, сейчас я перебирать его не собираюсь, да это и не важно. Так, надеюсь, я в правильную пещеру полез, потому что у меня их несколько, и одно я фармлю. Так, по-моему, не в правильную я пещеру полез. Та пещера через телепорт идет. Вот, собственно, заготовленная пещера. Здесь фактически нет факелов, но есть куча монстров. Но дело не в этом. У нас есть вот эта вот лава, которая чуть-чуть подсвечивает. Это для тех игроков совсем, кто в темноте ни черта не видит. Если вы что-то видите в темноте, то есть смысл, ну, на уровне Corrupted, мне кажется, делать подобное. То есть заранее выровнять пол, чтобы вы никуда не провалились. Заранее очистить достаточно места и ждать появления сундуков. Ну, вот что-то мне не повезло нынче. Сейчас обычно здесь сундуки резаются. Ну, как видите, достаточно вот большая площадь, и я еще ни одного сундука не встретил. То встретил кучу монстров, которых надо убегать. В общем-то, смысла с монстрами сражаться нет, поэтому я от них бегаю. Они постоянно здесь будут резаться, пока света у вас не будет. Нужно по носу щелкать и бежать дальше. Так. Ну, сундук, давай. Давай, сундук, находись. Ай-яй-яй. Вот, как видите, вероятность выпадение сундука не такая уж большая, даже вот на достаточно большой пещере, специально подготовленной. Но это все же лучше, чем каждый раз. А вот сундук, кстати. Вот как раз это металлический сундук, потому что у нас лавовый уровень. Собственно, это все, что я хотел вам рассказать про сундук, про сундуки. Скорее всего, меня сейчас убьют. Ну, может и не убьют. В общем, суть такая, что подготовившись, вы берете, хватаете сундук и телепортируетесь обратно, прежде чем вас загрызли бы. То есть это примерно так происходит. Так, взял и все, и побежал. Спрятался, 5 секунд выждал для телепорта и привет. Ну или можно еще погрызть грибов, чтобы восстановиться.
На этом я с вами прощаюсь. Если вам нравится то, что я делаю, не забывайте подписываться на канал и смотрите описание к видео. Там есть полезные ссылочки на социальные группы. Всем спасибо и до новых встреч в других видео.